Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. И для любителей криптовалюты сегодня хочу поделиться с вами двумя кранами. Это Доги кран и Лайткоин кран. Значит, как здесь нужно работать? Значит, ну, все просто. Сюда вбиваем Доги адрес. Вставляем и нажимаем вот на эту стрелочку. Вывод инстант сразу на Faucet Hub идет. Нас перебрасывает на страничку, где мы разгадываем капчу без всяких заморочек. Кран, значит, смотри, так, что у нас здесь надо? 3, 10, 7, 1, 3. Так, 3. 10, так, 7, 1, и нажимаем на красную вкладочку. Ждем несколько секунд. Ни подводных реклам, ничего нет. Такой вот без заморочек. И опять на красную вкладочку. Страничка перезагружается. Интервал 5 минут. И 0.13 догов вот нам ушло на Faucet Hub. И здесь вот вкладочка реферал линк. Находится наша партнерская ссылочка. Сейчас отсчет пройдет. Так, нажимаем. Сейчас опять перегрузится. Пойдет отсчет времени. Я думаю, это неплохо. Так, ага, пошел отсчет времени. Теперь вот здесь вот реферал линк. Нажимаем. И наша реферальная ссылочка. Кому интересно, свою я оставлю под видео. И... Ой. У меня... Ладно, вот по красному вот это реферальная ссылочка. Далее переходим на Litecoin кран. И то же самое. Вбиваем адрес, здесь я уже собирала, и разгадываем антибот 8, 9, так, 8, 9, 4, 3. Нажимаем claim. Ага, долго ждала, значит. Значит, другую сейчас разгадаем. Ждем секунды. Так. Тигер. Так, док. Вот это слово. И это. Claim. Опять страничка перезагружается. Ждем секунды. И здесь вот будет находиться точно так же, как и в предыдущем кране, наша партнерская ссылочка. Здесь в информации у нас написано, что... Ну, как бы ботами там всякими нельзя пользоваться, иначе забанят и IP менять. Так, секундочку. Так, нажимаем на красную вкладочку. И 436 литош отправлено на Faucet Hub.
Значит, давайте перейдем теперь на кошелек. Я уже не буду. Я перезагружаю страничку. Страничка перегрузится. Вот я вчера собирала 426 литошиков. Страничка обновилась. И, пожалуйста, 436 литош пришло. И доги. Все на Faucet Hub, как бы инстантом. Кому интересно, пользуйтесь, сушите кран. На этом все. Всем удачи, больших заработков. Пока-пока.